Международный гуманитарный университет провел первый день открытых дверей в новом учебном году. На презентацию учебных программ и факультетов съехалось более 200 школьников со всех уголков Украины. Совпало мероприятие со Всеукраинским днем юриста. Поприветствовать будущих студентов приехал и президент университета, академик Сергей Кивалов. Подробнее в материале моих коллег. Более 200 заинтересованных абитуриентов и родителей со всех уголков Украины пришли на день открытых дверей Международного гуманитарного университета. Символично, что руководство вуза приняло решение провести его в День юриста. Пользуясь случаем, президент университета, заслуженный юрист Украины Сергей Кивалов поздравил всех работников Фемиды, а также будущих специалистов с их профессиональным праздником. Более того, Сергей Кивалов рассказал молодым людям о востребованности данной специальности на рынке труда и о ее престижности. Юрист – это тот человек, который видит значительно шире и больше. Я думаю, что это очень важно, что вы сегодня, в День юриста, пришли сюда, в Храм науки, пришли в Международный гуманитарный университет. У вас будет будущее, у вас будет все для того, чтобы, построить карьеру. У вас будет все для того, чтобы обеспечить себя и свою семью достаточной заработной платой, потому что так должно быть, так во всем цивилизованном мире. Я искренне всех вас поздравляю, нас всех поздравляю, будущих юристов, преподавателей, сотрудников Международного гуманитарного университета с этим потрясающим праздником. Хочу, чтобы в ваших семьях, в ваших домах было тепло, был уют, был достаток, и пусть нас всех хранит Господь. С праздником вас, дорогие! Для того, чтобы абитуриенты узнали больше о профессии, руководство Института права, экономики и кибербезопасности организовало выставку профессий. Каждый желающий мог подойти к интересующему стенду и узнать о специальности из первых уст. По инициативе президента Международного гуманитарного университета академика Сергея Васильевича Кивалова решено именно в канун празднования Дня юриста провести День абитуриента, чтобы все будущие юристы, юристы-международники, экономисты, представители международных экономических отношений, бизнеса, инноваций смогли приобщиться к своей будущей профессии. Ведь на День абитуриента мы пригласили наших партнеров, более 20 представителей бизнеса, государственных и частных организаций присутствуют на этом празднике. Кроме того, школьникам представили новую востребованную специальность. IT-право – это новый виток развития в юриспруденции 21 века. Международный гуманитарный университет идет в ногу со временем и подстраивается под современные реалии. С каждым годом IT-профессия становится все больше и больше, и вся эта мощная индустрия нуждается в специалистах, способных обеспечить грамотную юридическую поддержку. Завдання, яке стоїть сьогодні перед Міжнародним гуманітарним університетом, перед нашим факультетом права, економіки та кібербезпеки, сформулювати таке базове, загальнотеоретичне і з прив'язкою до практики напрям освіти, який би надавав можливість отримати компетенції для студентів, необхідні і для знань у правовій сфері, і саме знань у правовій сфері, пов'язаних із IT-сферою. Це і питання реєстрації, це і питання конфліктів у цій сфері реклами, це питання створення лінії компанії. Тобто дуже багато таких блоків. Учебные программы в Международном гуманитарном университете построены таким образом, чтобы дать возможность молодежи узнать свою профессию изнутри, еще будучи студентами. Ведь залог качественного образования – это 50% теории и 50% практики. Поэтому руководство университета заключает меморандумы и договоры с ведущими частными компаниями и государственными структурами, где студенты со второго курса могут проходить стажировку с дальнейшим трудоустройством. Международный гуманитарный университет и наш факультет предоставляет широкую базу практики. Студенты наши проходят практику в органах прокуратуры, в судах, в нотариате, в миграционной службе, в частных структурах, в частных компаниях, у адвокатов, что позволяет им приобрести опыт и увидеть практическую деятельность непосредственно в процессе обучения в нашем университете.
Символично, что в День юриста руководством университета и общественной организации «Добросуд» был заключен меморандум о сотрудничестве. По новой учебной программе преподаватели будут создавать имитацию реального судового процесса со всеми тонкостями и подводными камнями. А студенты в качестве прокуроров, адвокатов и судей должны будут вынести вердикт. Таким образом, молодое поколение научится правильно анализировать и принимать решения в самых неоднозначных ситуациях. В рамках вказаного меморандуму ми будемо реалізовувати наш освітній проєкт під назвою «Добросуд освіта», який полягає в тому, що ми будемо не на теорії, а в практиці запроваджувати семінари, практичні заняття для студентів. Тобто буде опублікована повна імітація судового процесу для студентів, і студенти зможуть себе визначити або в ролі судді, або в ролі прокурора, або в ролі адвоката. На нашу думку, це є дуже важливим для встановлення і визначення правосвідомості нашої молоді, для того, щоб вони зрозуміли, що таке суд, для кого це установа. А я нагадую, що суд – це в першу чергу для людей, і що кожна людина може захистити свої права. Абитуриенты остались впечатлены увиденным и убедились в правоте своего выбора. Ведь Международный гуманитарный университет – это уже бренд качественного образования. Мне нравится, я смотрела несколько лекций, и мне очень понравилось, как ведут преподаватели. Я выберу Международный гуманитарный университет. Я просто хочу выучиться на эту специальность и помогать народу Украины, защищать право, Конституцию Украины, и быть, ну, как бы, защитником ее. Напомню, спектр специальностей в высшем учебном заведении весьма разнообразный. Дизайн, медицина, IT-технологии, право, экономика и другие. Учеба в Международном гуманитарном университете открывает для студентов множество возможностей.